Я сегодня был просто поражен, насколько человеческая фантазия может дойти до того при попытке установления диктатуры и тоталитаризма. Я сегодня посмотрел, ночью посмотрел проект Конституции, и там просто я вижу попытку одного человека узурпировать власть. Установить диктатуру, и там, если мы примем эту конституцию, Кыргызстан смело возьмет курс тоталитаризму. Это два срока президентства. Это придуманный народный курултай, якобы, который доминирует над Жогорку Кенешем и заслушивает отчет. И это все специально созданные механизмы дублирования власти, а также попытка подмять законодательную власть. Это и путь самодержавию, понимаете? У нас будет не президент, у нас будет самодержавец, если мы примем эту конституцию. Эта конституция прекрасный пример того, что как может фантазия одного человека при попытке взять власть, до чего мы можем дойти. Если мы примем эту конституцию, это будет огромный шаг назад. Огромный шаг назад. Можно сказать, мы все начнем с нуля. Кыргызстан начнет все с нуля. Все эти попытки демократии, все это установленные какие-то достижения на наш Кыргызстан в демократическом плане будут отброшены назад, далеко назад. Я просто поражен, как депутаты могли поставить подпись под этой конституцией. Просто поражен. Я думаю, что они даже не знали, под чем они подписываются, понимаете? Они не знали. Может быть, они сегодня стыдятся, то, что увидев настоящий проект Конституции, сегодня они устыдятся, я думаю. Так не может быть. Это если президент подминает под себя законодательную власть и судебную власть, эти власти, тогда что остается? Тогда это... У меня слов нет, как это можно назвать. Как вы думаете, каким будет реакция гражданского общества и народа? Сегодня ожидаю очень негативную реакцию прогрессивной части общества. Да, эта конституция еще, проект конституции не дошел до окраин, может, в регионах, конечно, будут обсуждения, но я сегодня ожидаю всплеск негодования. Потому что мы все забыли, получается. Мы забыли, что 90 молодых парней отдали жизнь за демократию, за прогресс, за будущее. Прошло всего-то 10 лет, и мы забыли все. Вычеркнули все, и мы возвращаемся к курсу диктатуры и тоталитаризма.